Hello and welcome back to Let's Play Chernobylite with me, Bring It On. So we're going to my inventory, we're going to craft some ammo for it and upgrade it, and we'll take it for a spin in the next mission. I'll probably craft some plasma caster ammo as well. We'll make 10 per. Alright, 40 will probably do. I think we'll have 15 of these. Okay. Alright, I don't want to lose any range. I'm fine with losing stability. Let's craft this. Yeah, I'll take the damage. Damage once again. I have zero recoil reduction. Alright, now we have one. Yeah, I guess we'll use the sniper scope. Yeah. Increase our range, which is always nice. Let's see. Let's put this to... I guess we'll swap out the shotgun. Okay. Doesn't feel like there's a difference between crouching and standing. It'll make it work. Let's talk to Mikhail and get the increased inventory. Alright, capacity. Слушай внимательно, молокосос! Для выживания в зоне тебе нужно освоить много навыков. Скрытность, шпионаж, торговля, воровство, подслушивание, экскурсии. Экскурсии? А что не так? Устраивать экскурсии для тупых пиндосов, ищущих дешевых развлечений. Это честный, а главное, прибыльный бизнес. И прекрати меня перебивать! О чем я говорил? О выживании в зоне. А, точно! Среди множества навыков, необходимых в поле, есть один самый важный для салаги вроде тебя. Можешь угадать, какой? Понятия не имею. Тогда я тебе скажу. Это искусство. Грамотно паковать свое барахло, чтобы больше влезло. Вижу, ты не впечатлен. Знаю, звучит не так круто, как прыжки с вертолета или умение одолеть десятерых одними только пятками да кулаками. Но это все по части нашего солдатика, Оливера. А теперь представь, что тебе нужно протащить 3 ящика отличного самогона через заставу нар. А места хватит только на один. А все почему? Потому что ты жопой слушал, когда я давал тебе ценные советы по укладке. И теперь ты обломал кому-то свадьбу. Самый важный день в их жизни, потому что бедолагам не хватит бухла. И это все по твоей вине. Прошу прощения. Но эту катастрофу еще можно предотвратить. Не бойся, Припятская пятерка тебя выручит. То есть, я выручу. Посмотри, как я складываю химикаты.
металлолом, боеприпасы и фильтры. Прямо трехмерная головоломка. Если возникнут проблемы, я буду твоим экскурсоводом, точнее наставником. Отлично! Вот теперь свадьба не пропадет. I mean, he's right. Packing is an art. Packed enough sea bags and deployment bags to know. Я смотрю, ты делаешь успехи. Надеюсь, ты не облажаешься. Ладно, давай за дело. All right, we'll put this stuff down here. Let's go drop off the plasma caster ammo. Что случилось, муж? Talk to you, old man. Alright, that works. Let's get the next day started and see if we get any new missions. Oh wait. Can't quite do that. We're short one clue. Or one fact. Oh, that's right, I wanted to annihilate myself. See if I messed up anywhere. Есть разговор. Конечно, говори. Это насчет моей мамы. Точнее, насчет того, что она нашла. Я не рассказывала тебе об этом раньше. Не знала, могу ли я тебе доверять. Мне кажется, я знаю, почему они забрали мою маму. Она была опасна для Нар. Это не было случайностью. Она кое-что видела, даже сфотографировала. Когда Нар только появились здесь, они притворялись друзьями. Предложили бесплатный медосмотр нескольким самоселам, даже обещали лечение для моей мамы. Конечно, это была уловка. Маму пригласили в лабораторию, и там она увидела кое-что, не предназначенное для ее глаз. Ask about the lab. Она была в их лаборатории? Надо было сказать мне раньше. Ты знаешь, что именно она видела? Они проводили эксперименты с чернобылитом на людях. Только на добровольцах, разумеется. А вскоре после этого люди начали пропадать. Мама тоже пропала. Alright, ask about the photo. Та фотография до сих пор у тебя? Нет, мама всегда носила ее при себе. Ask about other evidence. У тебя есть другие доказательства маминых слов? Нет, но я не представляю, зачем ей врать о таких вещах. Она хотела для самоселов только добра. Мама была готова пожертвовать всем ради других. Она так мечтала помочь тем, кто пострадал от Чернобыльской катастрофы. Она поплатилась жизнью за свое доброе сердце. И теперь мне нужно выяснить, что произошло, и добиться справедливости. Я понимаю тебя, правда. Похоже, она была потрясающей женщиной. Как я могу помочь? Я знаю, что многого прошу, но я хочу узнать, что именно мама увидела в лаборатории на площади Ленина. Тебе нужно туда попасть. Там наверняка найдется какой-то компромат на Нар, и это может помочь тебе в поисках Татьяны. Если она внутри зоны, то наверняка как-то со всем этим связано. Будет непросто, но я попытаюсь. Yeah, let's do it. Игорь, есть минутка? Слышал, ты разговаривал с нашей волчицей. Я не хочу, чтобы ты шел на площадь Ленина. Не думаю, что ты готов. Кто знает, с чем ты там столкнешься. Мне кажется, я доказал, что могу о себе позаботиться. Ты умеешь использовать энергию чернобылита. Это впечатляет. Но что, если они научатся блокировать ее? Yeah, does he have a better idea? Наверное, ты прав. Что предлагаешь? Я этим займусь. Со сломанной рукой. К тому же мы понятия не имеем, что там. Скорее всего... Только ученый сможет правильно оценить ситуацию. Я тоже не полный идиот, знаешь ли. Как-нибудь смогу отличить центрифугу от, не знаю, миксера. Конечно, сможешь, Оливер. Не обижайся, но я по-прежнему думаю, что пойти должен я.
Alright, the truth about Nara's experiments. Olga asked me to check Nara Laboratories in London Square. It has a great personal meaning for her. Alright, let's do it. Похоже, мать Ольги нашла что-то важное. Поэтому ее и убили. Может, это поможет нам узнать о планах Нар? Только будь осторожен, любимый. Я чувствую, что ты приближаешься к источнику зла. Скоро ты пройдешь рубеж, за которым пути назад не будет. Plus, I haven't sent companions on main story missions so far. I'm not gonna start now. Alright, no random encounters. Направляйся к лаборатории, Игорь. Она в центре лагеря Нар. Попробуй проскользнуть незаметно. Не вступай в бой без необходимости. Конечно, мамочка. Не волнуйся, я поел и в шат. А у тебя какие-то комплексы, да? Так, ладно. Сейчас не время отвлекаться. Попробуй добраться до лаборатории, не привлекая внимания. Ты же не хочешь сражаться со всеми одновременно. You've got that right. I think he's a heavily armored guy, isn't he? I'm trying to stealth my way through. I don't really need resources at this point. But I'll chuck out a few of these guys, just in case things go to hell. May as well mitigate risk. Since he's up here, his body shouldn't be found. Oh. Okay. Well, that's lame. We can't go this way anyway. I have to go back this way. Take our time, play it safe and slow. Well, can't be too slow because the Black Stalker will show up at some point. Alright, so it's not in this building anyway, it's down below. Outside. Oh, he's a heavily armored guy as well. I can't choke him out. But I can stunlock him with my pistol, so. Приготовь 50 миллилитров хлорида железа и 100 миллилитров хлордиазопоксида. Знакомый голос.
где я слышала его раньше. Слушаюсь. Отправь все это в лабораторию. Не заставляй меня ждать. Так точно. Ты кто такой? Что ты здесь делаешь? С кем ты только что разговаривал? Ты Хименюк. Боже мой, только не убивай меня! Я задал тебе вопрос. Ты про моего босса? Я не знаю, кто он на самом деле. Тут почти никто не знает, клянусь. Не хочешь подумать еще? Я вижу, что ты напуган. И это правильно. Однако при этом ты нарочно испытываешь мое терпение. Нет, вовсе нет, умоляю! Я же не могу рассказать того, чего не знаю. Но я могу рассказать что-нибудь еще, только спроси. Только не убивай меня. Я тебе пригожусь, вот увидишь. Ваня, мое терпение на исходе. Где чертовы химикаты? Yeah, tell him to take the call. Ответь ему. Только спокойно. Расслабься. Да, да, я... Извините, я отправлю их немедленно. Прошу прощения за задержку. Хватит извиняться. Шевелись. Мне нужен хлордиазепоксид сейчас же. Вы двое продолжайте без меня. Надеюсь, вы ничего не испортите. Лучше тебе забыть, что ты меня здесь видел. Конечно, конечно, я никому не скажу. So we're done with him, I guess. Just go outside. I have parkour, so I'm probably safe to drop right here. And scan any enemies out here. There might be one. Yeah, way over there. Только посмотри на состояние тканей. А это была печень. Как не трудно в это поверить. Надо взять образцы. Гиперактивность мозга. Взгляни на графики, но на стимулы не отвечает. Предыдущий объект реагировал совсем иначе. В чем причина отличий? Не пойму. Возраст, пол. Ваня, ну наконец-то! А ты еще кто такой? Что ты сделал с Ваней? Не шевелись, если хочешь жить. Не убивай нас. Мы ученые, мы... Доктор Менгеле тоже был ученым. Что вы тут делаете? Вивисекцию без анестезии? Прививки от тифа? Что? Я должен знать. Нет, нет, ничего подобного. Мы же не чудовища. Мы относимся к нашим пациентам настолько человечно, насколько возможно. Но пойми... Научный прогресс требует жертв. Человеческих жертв. Прозвучало чересчур зловеще. Но да, все, что мы делаем ради общего блага. И что конкретно вы делаете? Накачиваете бедняк чернобылитом? Не могу об этом рассказывать. Договор о неразглашении очень жесткий, а штрафы... Договор о неразглашении? Серьезно? Неужели корпоративные ценности важнее, чем твоя собственная шкура? Ладно, ладно, ты прав. Мы начали с инъекции, но только с первой стадии. Ее мы давно прошли. Так-так. Дело в том, что статистика смертности была... Мы не получили желаемых результатов. От введения нанорастворов мы перешли к прямому редактированию человеческого генома, чтобы усилить его чернобылитом. Мы создали свой CRISPR для чернобылита. А ваши пациенты, объекты, или как там вы их называете, особенно местные, что с ними случилось? С которыми? Пациентов было много, некоторые не пережили первую стадию, другие мы не знаем. Не дай ему уйти от ответа, пусть говорит. Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие. Мы все объясним. Изменение генома – это только первый шаг.
Затем мы стимулируем состояние суперсознания у объектов. Гамма-волны. Это азы нейробиологии. Симпатическая нервная система начинает выбрасывать невероятное количество энергии прямо в мозг через таламический путь и мозговой ствол. Когда таламический путь открыт, энергия течет в шишковидную железу и, словом, не люблю этот термин, но открывается третий глаз. Третий глаз, ну конечно. А потом что? Усиленная чернобылитом шишковидная железа способна на потрясающие вещи. Генерировать разные волны и даже влиять на физические объекты. Что-то вроде телекинеза. Вы мучаете людей, чтобы они гнули для вас ложки с силой мысли? Что за шарлатанство? Мы придерживаемся научного метода. Поверь мне, это контролируемые воспроизводимые эксперименты. Когда объект становится готовым к финальной стадии, мы помещаем его в искусственную кому. Знаю, как это звучит, но это для его же блага. Объясни мне, и быстро, что такое финальная стадия? Наш босс называет ее воссоединением. Это значит, что гамма-волны пациента взаимодействуют с мозговыми волнами чернобылита. В смысле, откровенно говоря, мы толком не знаем, что они собой представляют. Чернобылит чем-то напоминает вирусы. Его нельзя называть неорганической материей, но это и не живой организм. Нечто среднее. И он производит что-то вроде мозговых волн, хотя в нем точно нет структурированных органических тканей. Interesting. Alright, ask about the communion. В чем цель этого воссоединения? О, это самое интересное. Ты ведь знаешь, что чернобылит можно использовать для создания червоточин, так? Ты и сам это делал. Но эти червоточины особенные, не замечал? Это не исключительно физический феномен. Не понимаю тебя. А какой же еще? Мы знаем, как выглядят сингулярности и туннели. Мы знаем, что это такое в теории. Но бывал ли ты когда-нибудь до этого внутри сингулярности? Бред. Я тоже изучал чернобылит. Его экзотическая энергия обладает достаточной мощью, чтобы создавать псевдочерные дыры и проходы между ними. Мы тоже так считали. Поначалу. Но представь, а что если существует организм или вирус, достаточно мощный, чтобы создавать собственные сингулярности? Ни одно органическое существо не способно инкапсулировать такую энергию и выжить. Живой организм разорвало бы на части. Но чернобылит — необычный живой организм, так ведь? Мы не знаем, что он такое. Просто представь на минуту, что червоточины, в которые ты заходишь, не создаются с помощью чернобылита. Они и есть чернобылит! Ты идешь по тоннелям и коридорам внутри его многомерного тела. И как это связано с воссоединением? Разве не очевидно? Мы пытаемся установить контакт с чернобылитом и как-то влиять на него ментальной энергией наших объектов. Но оказаться внутри сознания этого существа, чем бы оно ни было, по-настоящему травмирующий опыт. Вы свихнулись оба. Советую держаться подальше от шкафа с морфием. Я услышал достаточно. So, that seems extremely vain to do that. For all we know, so like the Chernobylite, if it is a living being, right now it seems like it's kind of like passively growing. Its attention isn't really directed anywhere. If you try to communicate with it, like you don't know if the entity is benign or not. So you're going to draw attention to yourself. And what if it's hostile? You know, what if it's a threat? He draws attention to you. And well, I guess that's it. That seems extremely dangerous without understanding what it is first. Alright, ask about the corpse. А это что за пациент? Точно не знаю, но он, то есть она, прошла тщательный отбор. Какой отбор? Она вызвалась добровольно или ее выследили в лесу и схватили? Говори. Я не знаком с протоколом. Наш босс знает наверняка, но мы слишком мало знаем о нем. И за что именно твой босс отвечает? За биотехническое подразделение, то есть за все, что связано с чернобылитом. Но в основном он занимается влиянием на физическое и психологическое состояние человека. Alright, ask about CRISPR. CRISPR. Короткие, палиндромные повторы, регулярно расположенные группами. Причем тут чернобылит? Это похоже на стандартное редактирование генома. Мы берем специальный протеин из особой бактерии, модифицируем его чернобылитом, а затем выбираем конкретные гены, которые хотим изменить. Погоди, я куда лучше разбираюсь в физике, чем в генетике.
Но разве CRISPR не применяют обычно к эмбрионам? И нужно время, иногда годы, на то, чтобы изменения стали заметны. Босс разработал собственный метод. Применяется непосредственно к телу объекта. И скорость мутации увеличивается экспоненциально. Теперь на это уходят не годы, а недели. Иногда даже дни. Изумительно, правда? Ask for solid data and wrap up the questions. Ну хватит. Пока что, на мой взгляд, вынесли какую-то околесицу. Я хочу увидеть исследование своими глазами. Где вы храните все данные? Поищи в базе на этом компьютере. Отсюда ко всему есть доступ. И мне потребуется пароль, так? Пообещай нам, что не убьешь нас, и мы скажем. Расслабься. На вас мне плевать. Пароль. 2-3, решетка, 9-8, S, доллар. Послушай меня внимательно, Игорь. Это исследование, эти данные нельзя так оставлять. Из-за них гибли мои люди. Ты должен их удалить. Маму уже не вернуть, но я не позволю извлечь выгоду из ее смерти и других смертей. Ты должен скопировать это исследование, мышонок. Мы сможем заглянуть в голову крысиного короля. Оно опасно и негуманно, но... Да, там может быть ключ к его свержению. Yeah, I need one more fact anyway, so I need to download the data. Man, I don't know why I can't download it and then delete it from them and then destroy it after I get what I need. Alright, to Professor G. Semenov from L. Verona Nova, a subject preliminary assessment of Chernobylite industrial utility. Professor Semenov, I barely scratched the surface, but I can already conclude that the Chernobylite compound has the potential to revolutionize the world's economy, even dwarfing the power of nuclear energy. I recommend that we further study Chernobylite's properties, focusing on three distinct areas of application. 1. Medicine. Prenatal DNA manipulation, cancer treatment, cell rejuvenation, even full tissue regeneration are all within the realm of possibility. In theory, Chernobylite could disable or even reverse the so-called biological clock, and unlock human immortality. More importantly, certain unique qualities we've discovered point to the existence of a quasi-hive mind engulfing the entire Chernobylite network. A military. The advanced enhancement of motor and perception skills of military personnel, creating a so-called super soldier, is a strong possibility, judging from the initial results of our experiments on the several human subjects. And creating human hybrids capable of communicating with Chernobylite and the manipulation of space-time should be our top priority. The special power plant Omega Unit will be of great help in consolidating this research because their boss, the Black Stalker, already has deep experience with this topic. A transportation. In theory, Chernobylite is an infinite source of energy that could make both conventional fossil fuels and nuclear energy obsolete in the future. In its crystallized form, it's portable enough to be used as a power source for personal transportation. In short, cars, bikes, and even drones could theoretically run with Chernobylite batteries. I'd also recommend that the NAR legal department make immediate preparations for obtaining full patent rights, so everything is ready once we decide to go public with our findings. Whoever owns the exclusive rights for the exploitation of Chernobylite will undoubtedly become the first world's sextillionaire. Эти парни говорят правду. Они в самом деле добились потрясающих результатов. Зачем ты это сделал? Будь ты проклят! Правильно, Игорь. Мы превратим эти данные в оружие против крысиного короля. Well, and you know, I'm trying to find Tatiana. So I need that information. Like, the companions are... The companions' reasoning just don't make sense to me. But, alright, let's head back to base. They need to get over themselves. Мне жаль, Ольга. Никто не заслуживает такой ужасной смерти. Я надеялась на хорошие новости. Наверное, это наивно. Моя мама... Эти люди их просто использовали, переработали. Кто вообще на такое способен? Ну ладно, удалось найти что-нибудь ценное. Пока не ясно.
В основном странные теории о Чернобылите. Не знаю, нужны ли тебе подробности. Выкладывай. Может, я и не книжный червь, но мозги у меня есть. В общем, ученые из НАР считают, что Чернобылит — это что-то вроде гигантской черепахи, которая несет нашу Вселенную на своей спине. Они выяснили, что ее можно приручить и кататься на ней куда угодно, как на лошади. Черепахи? Это просто метафора, но научная теория за ней еще безумнее. Ясно. Спасибо, что попытался объяснить. Alright, those are successes across the board. Alright, let me check my companions real fast. How are we doing? Pretty good for the most part. Break down this AK real fast, and then I'll probably call it an episode. And the next one will probably self-annihilate. See if there's any decisions we need to rework. Actually, you know what? I want to check one thing before I call it an episode. I want to see... we finished this last research. We did not. Missing a fact. I think the facts are always associated with some sort of main quest, clues you can just find out in the world. I wonder if you find like all four of these, if it counts as a fact, so you can circumvent one of the quests. I don't think I've done that yet. I found out the clues for this. Otherwise, I don't see the purpose of clues, so I'm assuming that if I only had two facts and I found six clues, it would count as a third fact. I could skip finding the actual third one. I'm pretty sure I know where this clue is at. So when I self-annihilate, I might go back and get that clue and then go back and change it again, because I'm sitting on plenty of Chernobylite. I can make some changes and go back and forth if I want to. Alright, I'm gonna call it here. Our next episode, again, we'll probably self-annihilate. And see if there's anything we need to change, and then just proceed with the questing. Thanks for watching. I'll see you guys in the next one.